Estendi il canale. Simone, presto. Ci siamo, giusto? А что, мы с Дэном душимся за шмотки, да? Да. Что сделает чех хотя бы? Все тут. Что угодно, тыкать похуй. Наружка ретрик. Ну, здравствуйте, ретрик, по факту. Все, все тут, заебись. Значит, так, кушайте рыбку тогда. Вот, на тебе крош, я с пулю. Короче, будет так, я первый за пулю магом, вот, сразу заберете с меня, чтобы олм, ой, олм, чтобы крош на мне висел. Вот, Войд, ты просто танч шолма, короля дека отведет, ой, короля Зиза отведет в череп, дека отведет Киглера и слепоглазу крестик. Хпал сидишь, прохиливаешь по-жесткому, держишь свечку на деке, хилишь Войда. Пвар, я думаю, на хотах спокойно поживет с королем, ничего страшного. Кулаки разбафайте еще. И сопрот. Дайте кулак под друиду. Не знаю, кто там баф. Да, да. Бля, у вас всех это... Кто бафал каски просто, господи? Легче саму назначить. Кто из вас каски забафал? Вон, пускай хитровые каски, Расмус, Теретри, кулаки бафаешь, и холик МП5, типа, чё тут ебаться? Хитровые каски, Расмус, кулаки, колик МП5. И все. Всем? Всем посмотрели? Смотрите, все хватает ли вам? Да, я вижу, у всех есть. Тогда, давай, че? Так это, дайте мабы спулить. Заведи ДБМ пул, да. А у него новый, вроде бы, не? Он анонсит в чат, у меня просто древний. Саня, за этот, за стрим, пожалуйста. Не могу сейчас. 5, 4, 3, пулю, 2, Саня. 1. У нас, кстати, в 10 всего 25. Валера? На мне, что ли? Давай. Блять, почему крош не на мне? Какого хера? Ну что я говорил, за пуль заранее. Я запулил. Значит, тут есть огромный? Ну, сука. А он на Зизи вообще пиздец. На Зизи, да. На Пвара закиньте что-нибудь, пожалуйста. Свечку на Пвара, наверное, надо. Это жопа. По КД отражение тыкай Пвара, потому что тебе так будет попроще.
На короле по дизармам первый прошка. Второй лисёночек. Двух дизармов вполне хватит. Слепоглазый ковыряет. Зиза, как убьем слепоглаза, подводи. Сколько там до башка? 3? Рич. Вот, вот сейчас только начал писать. Ну, после этого башай подводи как раз. Уже можешь вести. Киблера играете. Кливаем короля чисто. В 25. Некогда. Не, у меня на нормальных чарах тоже тогда. На самом деле. На этим там же. У меня пожизненная. Чисто гриныч. Большая 4 секунды. Первый дает рога. Дезмондай. Не отлетел. Понял. Варзос. Да. Большая 10 секунд. Лисёночек, твой первый, если не знал. Страхуй, повар. А чего? Да я поменял лук, не боитесь. Не, ничего. Ты спать или так? Да блять, ебаный фиг. Все, у него пухи в руках нету уже. Так что просто прохиливайте больше. Нихера себе. Интересно.
Саня, где урон? Какой урон? Это лут меня. Да, от меня. О, где мой ДК? Да. На параше твой ДК. Ты должен. Че, упало? Ты включи ты стрим, Сань. Молот на упал. Молоток упал на ручку. Брэд. Ретрик плачет. Хромус плачешь, ему на ретрике не досталось. Да кому бы и не отдали, я бы при нем здесь пойду. Да ты урод. Ну а чё, кто бы не здесь пойдем? Поднимите руку. Чё там на ретрике не пошёл, блич? Чё, котик, я уже забыл о том, когда последний раз. Войт, ты давал истерию с плата разбойнику? Почему? Я тебе напомню сейчас на груле. Дай спала, пожалуйста. Ну, напиши макрос. Давай, давай. Ебать, так сделай помалу сервера, не парься. Ага, из толпы ищи рожку, да, такой чистая? Мы с толпы по рейдфрейму, нет? Я рядом с тобой буду, знаешь, дашь просто мне и босса пульнешь. Я думал, ты мастер скрофлишь над ним. Чисто выбрасывай, да? Плавает. Хорошо получается. РДД, если не хотите классных чарджей, зайдите в мили. А почему я сапоги не забиндил? Получается вагон? А, это Валеми у меня. Что я в него заходил 1000 лет назад. Еще не было инжи. Лишь фласку не выпил. Я выпил. Я не выпил. А, ну так на груди выпил. Я на РП выпил. Я на магии. После магика выпей. Да, да. Нахуя, он меня клеймнул. Вот это ДД спит есть? Нет, у Д. А, у ДК есть. У Деки есть, да. Дека спит не сейчас. А, Дека, давай в ДД. Первые на пулы все сдадите в дикие. Не, не в дикие. Короче. Что, рыба есть? Прога и турбопушка напуливаете в Пвара. А, второй хант напуливаешь в Деку. Ну, с 4-4. А, он с 4? Да, он там руниками как нахуярит. А, тогда окей. Да, все на пулы вары и все. Дай рыбу, пожалуйста. Вот да, ещё дам. На, прист, успокойся. Держи МК, ебашь как зверь. Лучше Бен худал. По факту.
Галина, че, давай, я дам ему МК, а ты мне накинь. Лучше. Давай. Какие 500 голды, блядь, давай. Блядь, да есть 5 секунд. У меня нет голды, все, отъебитесь. Милишник, который будет... Тихо, тихо, пацаны. Милишник, который будет владеть милипак, плюс они, нет куда. Окей, тогда будет владеть ДК. Короче, весь милипак передвигается за ДК, чтобы не стоять в завалах. Кто поел, покакал, расходитесь, ранжу набирайте, РДД соситесь по кругу. Шаманов распредели, чтобы тотемы везде стояли. Так ты в босса ставишь тотем и все. Ну, прям как бы... под яйцем ставишь и пох. В пул заходишь, ставишь туда тотем и все, и чилишь. Герус, да? Нет. Нет. Запускай. Что, может, по ДБМу? А, я вижу. 5, 4, 3, 2, 1, давай. А можете в один фрейм танки стать, пожалуйста? Чем нас сокровал? Геру? Да, давай, давай. Когда там следующий прыжок? Минута. Минута 15, точно. Сначала на полминуты. Слышал? Нет. Что? Че говоришь? Прыгни в основной канал наверху, прыгни на минуту. Давай я пробую. Или че? Я руля добью и прыгни. Так, хватит там договариваться. А этот зверюга не вредит, слава богу. Но там такой медведь ебал. Вот я бы был на коте в рейзе, блядь, и делал 14 тысяч ДПС. Вот он проснулся. Ты видел, что котам с ясностью сделали на эти 4, да? Да, я, блядь, уже плачу. Нет, как бы соло таргет еще нормально, но, блядь, все, трэш уже непокливый. Да. Кто-то из нас, да, кто-то нет. Масса кру, если есть, дайте. Пышечки в твоем мирезоне. Да, пока я вижу. Угу.
Сколько там, 70? Так. На 9 можно будет начинать капку сдавать. Наверное. Петровой головой. Разность. Плюс анити у кого есть. В смысле, я же блин оттуда, как по мне урон прочь. Понял. Ну и ладно, полежу. Все равно без полиции. Окей, Расмус. Тогда как это? Как скажу, дашь по ДК каплю и бабу. Давай. Вару один удар дается в 15 секунд, и он еще долго будет жить. Потому что слишком пол хп закрывает. Так, Расмус, все, давай кап. Капля бабу. Травы у тебя еще пока, да? Когда сможешь стать? Когда бабло, когда у тебя? Воздержанность там, не знаю, крылышки там нужно. Отлично. Тогда. Сейчас жди. На next стаке сдашь каплю бабу. Сейчас будет 11. Void Frozen. Сейчас будет 11 стак. Это, там ДК же, у нас МТ вар какая-то раз. А вар сейчас держишь? Почему вар держишь? Я думал, ты у него сорвешь. Лол. Понял. Окей, если еще не сдал, давай по этому. А, там зубы вышли. Там вышли зубы. После зубов тогда. Так, ухо получу. Блять, ебали эти заводы. Хапал, можешь твою каплю сдать на 12, если их буду. Поварчу. Вот, 12 пошел, давай. Баблич. Угу. БР, ну ладно, били. Стыкайте сразу порт в шатры, кому лут не нужен, попыть. Дрофл какой-то, Саня. Идёшь на магии, два токена в NGS дрейф. Да, ну нахуй. Я хочу с пугами надо своего вара делать, Саня. Да? Воин жрец друид, понял. А ты с гидлёй ходишь. Угу. Да, да. Дали там уже. Что? Не, лут после мани. Я просто что-то затупил с головой, я думаю, голова с груля, а нихуя нет. Да, голова. Всего тебе хорошего. Нихуя, ты видел, сколько дэн там наковырял? Угу. Подушнило. Машина, да. Эй, скусал. И сколько наковырял он? 8к. Вы видели, сколько Лаванус наковырял? Почему вар в 2004 дамажит, как мой без 4? Дэн. Что? 1-3 меняю, нет? Меняй. Ну да, если не... ты учитывая, сколько ищешь, меняй. Да, просто никто не пишет. Возможно, только частями меняй. А не сразу все. Вот это будет как с Кариной. Да, ДЦ, ты на кубик встанешь, ты перед костом будешь считывать кубы и на кубик стоять. Чуть-чуть нажимать. Я тоже на куб. Может, из хилов есть ДД-спехи у кого-то там? Друльки?
Пиздец, 4 хила там до хера. Ну, пускай там никого еще на путь станет. Сколько еще? Не, можно закажем. Заново можно сказать. Может мне помочь? А что за дичь? Сейчас уже все выбор смерти покупают. Нормально. Выбор смерти вообще все. Я что-то в этом... Сейчас по скидочкам. Я почти купил. Хромос, купи мне. Да, ага. Что бы? Я себе купил бы. Ну не на Хромоса, ты ж не дамажишь. И чё? Тебе чё? Лок поставь шкаф. Хромос, или покупай, леди чей. Печка, дай шкаф, пожалуйста. Там 2К вроде всего. Профессиональное использование кудовара. Я говорю, сейчас каждый рабочий завода себе его купит. Так в смысле, сейчас каждый бедный студент его купит. А ты работяга, Хромос, купишь себе? Да, конечно. Сейчас если я куплю геры и простой еще. Ну да. А вам-то чисто на 3 не копишь так. Думаешь, я теперь думаю, что брать, да? Там на Волонир надо же год в столовке не хавать, не? Да какой год? Все 12 лет резгук, да, один. Где, блин? Войд, какой ты знакомый, что-то я тебя где-то помню. В Ночь Мафиоза же был? А, понял. Подожди. Ну, все за Халгалона. Нет, подожди. А, я был в слезах. А в Ночь Мафиоза был? Ты же, да? А ты на ком там? А, нет, значит не тот. Я просто думал, там, короче, этот есть. Какой-то у них Хэнк бешеный. А, нет, у него... Валку, да. Сколько у тебя сейчас там это в гильдии онлайн? Один человек ты? Подожди, у тебя же еще вроде был такой великий Холи Пау. Как он там? С X3 у нас где был? Честерс. О, Честерс. Долбоёб. Андаун. Ебать, я к такому врачу не пошёл. Это, чё? Чё, все оттуда пошли. Тихо, пацаны, подождите. У нас все хилы, у кого есть хилоспеки, сейчас не говна на этом трэше. Unstable, пожалуйста, не дисплейте. Я спекаюсь. Окей, а, поняли. Нам хватит Т2, все. Хапал, я еще не продам. Что ты спекался? Понял. Там тебе. Риджи, закинь Иннер. Я только спекался. Ну давай тут 1600 посты показывай, как работает. Давай, да. Ну может ты все-таки включишь нет стрим, Саня. Вот я. Ебал, блядь. Да ты в смысле, ты уже. Кровь. Ты понимаешь, что говорит, заебал уже не только Саня, а? А тебя-то. 30 минут только знаю. Кто 30 минут знает? Люди, которые сидят в Дискорд. Не знаю кто. Войд Фроза. А там за налик можно? Он там бродячий идет. А кто?
Попробуй я вот его. Лаванус, не спасло, да? Давай. Ля, у ДКшки 4Т4, нифига себе, нормально. Да? Машина. Тут... Ну тут по факту, типа. О, Синдари ищет себе этого. ШПшку в кару. А у меня КД, понял. Это да, как смотрителя, да? 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 Да, я смотрел, короче, поставил КД, и мы так его не убили. Чё за хуйня? Я не понимаю. Как? Вот понимаешь, как можно вообще КД ставить, типа, ну, если вы не можете не прогрелить, не пробить, ну зачем вы вообще собираете чётко? Откуда он знал? Ну... Ну там типа, серьезно захожу, смотрю, 230 плюс, я говорю, ну, вообще изи пронесем, вон как было с этим зумером Дэном, он на ДКшке был, мы там вообще, наверное, за полчаса все пронесли. Я такой, ну, говорю, сейчас на изи все пронесем. Просто захожу, мы там целый час вайпаемся на смотрели, потому что у всех там 3-4к ДПС, а я такой просто, ну... Так, Рома, завали ебало, а че весь рейд наверху? Там уже пацаны воюют. Потому что мы наверху воевали, потому что... Там подводил танк нам все. Понимаю. Мы все убили. Запулим отсюда, спулим босса, выйдем, и типа весь трэш придет, что осталось. А, да? Да, мы все убили. Сейчас пойду проверю. А, нет, еще идут. Вон идут, да. Пой. Че, кто из них на боссе? Один же на кубе, наверное? Да, варчик на куб пойдет. Варчик, ты не лагаешь, да? Все хорошо. Кубик потыкает. Не, самое главное, ты не тиктокер. Сделали. Не, ты просто был кадр один. В неделю был один чувак на танк, который тыкал кубик, смотрел тикток и проебал его два раза пока. Это пиздец был реально. Ты такой пишешь, да, тикток смотрел, да? Типа, все должны понять. Лап. Дали, блядь, какой я четкий, на тебе джуфса вычинитесь, пацаны. Это дать? А. Да. Мы о нем сейчас мага, погодите. Баф не дает. Ты же не ставил, ты ставил? Ладно. Джуфскому надо починить. Че, я могу стоять на купца, не сильно. Я подошел сейчас. Так желательно, чтобы, блядь, нас откидывало, мы могли бить. Ну да, чтобы миликов откидывало, и они, типа, не отлетали. Ну, давай. Выйдите остальные пока, выйдите крик. Да. Идешь туда и по стеночке. Да, супер. Да просто жопой, блин, крейт. Чтобы не отлетать. И все. Уже цены растут. 40. У нас есть два армца. Сандер будет кому стакать. Зиза, тогда встаешь в самую залупу. Самую залупу это квадратик. Я в черепок прыгну. Здорово. Здорово. До свидания. Шо, вайпы на кубах? Нет, первый еще даже не пулили.
Нормально. Mm-hmm. Сейчас Груля без вайпов убили. Ну, это хорошо. Хорошо. Что упало? Молоток. Все на моего вара упало, когда я ману пишу. Классик. Что, получу пика, а токены какие, варовские? Нет. Да, варовские. А, ну да. Че там? А, я на кубе? Окей. Да, ты на луне почилишь. Ок. ДСшка, ты пойдешь в персы? Так, кто? Кто-то один. У нас оба рамсы. Так, Рич, в коте тусуешься. Так чё? Когда выйдешь, ебало разобьем. Рич на кубе в коте. Хотя давай. Не, так просто, чтобы, блядь, аура достала, так мне похуй. Да. А, окей. Я думал, в аэродроп. Я бы спекнулся так в аэродроп. А, нет. Аура нет, фриков нет. Кто-то один еще на кубик из ДД. ЗД? Ахиллов. У нас два эрдру. Михаил говорил, что можешь поставить. Два эрдру, ну вон. Михаил пойдет на крест. Что ты тиктокеря вставишь на кубы или нет? Не, уже вроде нет. Олег. Зизо, в смысле ты на это? На бой. Олег. Чё? Там это... Меня Саня... Я видел. Я видел. Да, да. Саня, я тебя спрашиваю, ты ему куб или босс? Вару. Не, Вар, я тебе дал метку, вот, твой квадратик, вот, самая ближайшая к нам херня. Все. Вот, а Дикей там сам повоюет с боссом. Каску дайте по ДК, Присту и Роге. По кастам также дамажные касты у нас. Что у нас есть? У нас есть темп. Дэн, ты будешь вбивать Луне. Сейчас. ДК, ты будешь вбивать Трусам. Просто сразу фокус берите этих мобов. Да, на кубах у нас свои стоят, ДЦ и Ордер. Свои? Доверенные лица. Ждайте вайпа на кубах. Дайте каску по Роге. И по Присту ЕС на вроде. А, на ЕС, на ЕС. По Рожке-то. Я уже тоже скачиваю. Скачиваешь? Ну, блядь. Я на телефон-то посмотрю. Че пошел? Лаванус, ты крестику сбиваешь? Боит. У меня капа меткости нет, у меня ноль меткости. Ну ничего страшного. Вы молись, значит. Помолишься? Да. Рожка, сбивай, че. Кому да? Я крестику, говоришь, бью? Да. Окей. Все, заходим туда все. Давайте чек сделаем. Закинем К на приста. Что ты мне дальше? Гера давать нет тут? На мобов нет. Я бил, что прошло, все равно босса. По кубик сдадим. Так, что у нас по хилам? Хилам у нас эрдро будет хилить слева, впал будет хилить справа. А, да не, наоборот, давай. Эрдро справа, впал слева, чтобы у него там свечка доставал железо. К эрдро может вот эти череп, квадраты, луну хилить соло. А тот прямо у босса будет все хилить. Ну и ништяк. Так, рыбку у всех есть? Нет. Ну и нормально. Еще раз чек, запускаю ДБМ-ку. Кто не держит сосредоточение и фаера, а там тыкните. Крутить? Сейчас кручу. Че, поехали? Ну, добавим пул, давай. Поехали. На, Дэн, давай там добавим пул. Потыкаем. Пять, четыре, три, два, один. На пуле выйти в ДК. Сейчас ты не слакаешь, пожалуйста. Можно бомжа искать. Только так и ДД. Гнев небес тоже неплохая штука, говорят. Диспел херов тоже класс. А я в соло, кстати, не могу кикать. У меня какой-то когда не хватает. Достаточно. Тебе нужен только залп стрел. Кикать. Да, я только залп. Кикать.
А они кастуют залп стрел и стреляют залп стрел. Кого остался гнев, сдайте сейчас стреляем. Локи, если у вас метеор есть, тоже можете кинуть на толпу. Пиздатые штуки. Бомжей не дают? Бомжи весь рейд. Понял. Весь рейд бомжи. Активация босса 50 секунд. Спокойно добиваем, резаем конта. Сейчас я ему рыбу поставлю. Нихуя. Может, я ему дам на РПВ просто хап? А, и меня резаем еще. Кстати, сколько стаков было на груле? 14 вроде. 14. Мне ещё кажется, что 14. Так, Хантер, иди пушай, я тебе притыкну. Куда тыкнул, куда тыкнул? Ну, вот где черепочек. Жирная корова. А ну что за токен, Сань, покажи на виде. Да вон жрец друид, все, сука. Все на коте. Все молоток на... упал. Он, видишь, щит упал, пиздец. Все на вара. Все на вара. И запа еще, и запа, понимаешь? Да, и запа, и запа. Я ебал, да. Сейчас тут еще перчатки кожаные упадут. И пояс. Бля. Мне чувак кто пишет сколько. Олег, завали. Кто на кубах стоит, сейчас на платформах не стоит. Чилит рядом. Или вообще бьет на спину. Чуть еще проведи. До вспышки 50 секунд. Проведи босса еще чуть-чуть. На пару сантиметров толкни босса. Иди. Да чё, я тут, вон я бегу, прыгаю. Там, да, вспышка, пацан. Конечно. Поковырять немножко. Это Геро? За 3 секунды дальше. Приготовились, нажали, держим. Все, отпусти. Чё ты щиток не накинулась? Не знаю, вагон. Да тебе продадут. Там просто напиши, что тому человеку, кто сролит, я тебе умоляю. Я бы тебе точно продал. Да? Из принципа. Из принципа? Не, я свою хуй не продам, пожалуй. Так не, ну на РДДшника ещё норм, на кота. Магический доспех наш принесёшь, Сань. А где он у меня панельки увидишь? Вон, вот. Продаду, блядь. Да я за такие деньги, блядь, номер хромоса вам кидам, ебать. Блядь. Я смогу себе запу купить. Вышка 10 секунд, готовься. Сейчас откидаем его сначала. Скорее всего, да. Ну вот, после откидываем. Второй еще самый изи. Держи. Гляди, тиктокер, я не понял. Я тут вайпаться пришел. Самое интересное, когда таймер сбивается. Угу. А не знаю. Вообще реально тупо легче. Ну, да, вообще легче. Я просто видел, что челик не выдержал и нажал раньше, чем раз произошел. Вот это давление, да? Если раньше нажимаешь и держишь в это время кубы, оно засчитывает. Да, оно засчитывает. Вот это давление, он не смог. Живи, хулипал. Да. Т4 сдашь под потолок? Короче. Кубы 10 секунд. А это то, что на альянсе? Нажали, нажали. Держи. Слушай, тут уважают только ГГВП, что на альянсе.
У нас просто локальный рофл есть. Мне как-то знакомый говорит, типа, вот ГГВП настолько классный, что у нас две гильдии. На Орде и на Лидере. И на Альянсе. Тупо да. Ну потому что фейк, да. Завели на нас. Чё фейк? Ну там уже есть какие-то экстенты. Не, у нас было самое классное вообще название, как вариант. Канзас Гиббас, но его не все одобрили. А так была бы топ-гильда Канзас. Одобрили-то все, я одобрил ГМ. Надо было без ГМ это сделать. В натуре. Вспышка 10 секунд. Нажали. Так, доверенные люди, что ты нервничаешь? Ну, все, супер. Еще одни на параше босса, заебись. Четвертый. О, хорошо, хорошо. 15% урона, до свидания, хорошо. Лёба, гляди, чуть не сдох. Не, ну без этой хуйни я бы на перезаход, наверное. 25% хп, это широко. У тебя же глыба есть. Но я уже палец на глыбу держал. Так а толку ты бы сдох. Ну и не, он же в любой момент твой может надать. Ну да. 4. 18. Мы их не собираем больше. Нам больше не надо. Мы их вообще там продают куски у нас. Они чисто байером уходят. 10 тысяч кусок. Согласен. Вы готовьтесь после откидывания. Или Пол умер. Я врез. Там, возможно, места нет. У нас теперь это не 5 рейдов ходит, а 2. Готовы, блядь, сейчас будет. Мне кажется, секунд 5. Сейчас. Ну, очевидно. Лишки шалят. Нажали. Красавцы. Yeah. Мы сейчас игру магик начнем продавать. Yeah. Yeah. Так вот сейчас это Саня анролит голову, дает мне, я ее продаю за 35 тысяч. Yeah. Что продал? Тупик вот это. Гайс, это нормально. Нормально, вполне. Ну считай, типа, сэкономил сколько? В 4 раза? Ты черник. Это и чаще. Бля, больше собирали, реально, ёбаный рот. Ну конечно. Падает именно этот токен. Вон же друид. Именно Гюрдак падает. Серьезно, вон же друид? Не вон же друид. Паладин разбойник шмон. Ну как назло, это единственный токен, что у меня есть. Тогда, наверное, его и заанролим. Подарим Дэну. А Коте не надо ничего из того, что упало? Нет. Коте, тебе надо что-нибудь? Я б ноги забрал. Ну тогда ему лучше ноги. У него хоть 2 куска будет. Окей. Пролейте мешок тогда. Мешочек, ролл 8, все нормально. Плохой ролл сбрасываем, да, Дэнка Грин? Хорошие когда-то будут, блядь. Когда-то будут хорошие. Да. Пенка, а ты вообще ты где? Пента? Жаль. А, Пилечка. Это лог, третья пати. Ага. Я не знаю, как читать это, если честно. Если бы N не было, было печка, так? Рида. Мото, да? Сейчас разразочек. Окей, ладно, давайте. Я отойду на секунду. Тебе ноги забирай, если тебе. Нормально, ребят, вас скамят, да? Не, голова не анрол. Сумку рольте. Так сумку какую? Она же помойная. Ну, помойную, да. Распыли ее. Удали. Рич, через райд лучше роль. Чего? Через райд роль, потому что не все. Нету. У тебя есть ассист. Как че? Это ор написать, да? Твоя, блядь, блинкует и просто, блядь.
Это надо... А, я понял. Сори. Так, ну сролила это. Двойка. Сейчас отдам. А, Ларис? Да. Давайте голову. А ну голову надо сролить. Чисто бабки. Да, Рич, давай, чекай твой ролл, блядь, до 20. Хорошо. 51. 99. Просто 99. Ну, человек 100 кинул. Облом запасал, да? 100 кинул. Один больше 100, правильно же? А где 100? Я чуть не вижу. Кто 100? А вон хитрый, хитрый. Фредрик кинул сотку. Чероки? Че не вижу? Я хоть тебе не вижу сотки. Ебать вас заскамили. А не, все, я Аленке сигарет крутил. Все, давай дальше. Хорошо, кому отдавать, а то я не вижу сотки. Хитровый, хитровый. А, хитровый. Не, ну если есть, ты не видишь сотки... Есть, есть. Ну, типа, я же говорю, я посмотрел дважды, не увидел, ну, эти раз все. Выше Ларисы срол сразу. Повязка. Я дальше пароль, Рич. Ой, это я хочу, хуйню, да. Натуре. На блин, вот где ролл 97-99? Я не знаю, давайте это на Ршаму. Идет он, нет? Да, идет. Это Саня вопрос, он нарыл. Так, в смысле, отдавай этому Афродиту. Афродиту. Сейчас, если это девятые кисти, дайте всем. Не. Они не крит хастуют эту рестору? Я не знаю, я не... Я могу сказать. Так, сначала Афродит, а потом идет кто? Глиныч. А, ну, блиц. А, так нормально все. Ты девятый кисти, они... А, Глиныч сам потом... Они хастнут по 5. Глиныч, да. Вам не позволено обыскивать этот труп. Да. Я лут забрал уже, себе сам. Это спиздил кого. А. Ну ладно. Так, давайте Жезл тогда поехали. Блин, сомневается? Это на Глиныча надо. Ой, ебать, сролил. Клана сролил, не? Да, просто нет. Зверюга. Глиныч? Да, а. Глиныч победил. Ёбаный Глиныч, ты просто... Красавелла, просто красавелла. Бля, ну как я ролит. Да, блядь, Рич. Ролит, не ролит никто. Хуже, чем я, ну да. Ты четвертый, чест. Пал разбойник, чем он. Нормально. Ну, казаха там это. О, нормально. Легло, чтобы не пищать, блядь, да? Сюда. Это не я. А. Не я ливнул. Не ты ливнул? Не я тут. Пришли тупо друзей. Да, ралли. Пацаны. Чё, давай там плечо. Сейчас как королю. Продаю, пацаны. Король плечо. Да, щит про товары идет сразу же. Иди сюда. Так, ноги. Да. Сразу пишу, ноги. Пацаны, сколько, за сколько бы вы продали грудак? Т4. Я бы скорее за 30 отдал, 40. Я бы больше. Ты чё? Крудак. 50. Типа у меня голды хуй угорали, не знаю. Нет, это моя гора. Я скрудж Магда. Солезен любой нрол. Это не я брал. Значит, не так, знаю. Сапоги роль. Ну так писалось. Сапожки я типа потом отдам тебе. Давайте ролить вкусняшечку. Кто любит чупа-чупсы? Ебать, сотка! Красавелла. Вар, я писал, что рандом шмот и не куски на мага ДК конта. Красава, это танк же сролил? Так, Войт выиграл, да? О, ГЦ. А чё ты от меня хочешь, хитровой? Я это чё-то не знаю, блядь. А чё он хочет от тебя? Продать голову за 35к. Он 40к в обмен кидает, отменяет. А, это он мне хотел кинуть.
Он перепутал. А, так, плечики, воин, жрец, друид, Т4. Так, ну пацаны... О, да Котя, ну ты пиздец, блядь. Да сука! Ай, блядь. Только за пробу выкинул. ГЦ, блядь. ГЦ. Тупо пиздец, иду, ну все, наконец. Давай, труля. Дай трейд в череп, друлик. Лариса. Блин, где ты там? Я тут, я тут, я это, типа телефон. На, забирай. Блин, теперь я чувствую себя мудаком, потому что я не отдал его Адену. Кто урод? Бля... Да. И остались запоры, получается. Мои, блядь, ботинки, давай сюда. Запоры. Блядь, приста, ты ёбаный ужас. Бля, прист либо читать не умеет, либо тупой, я хуй. Я не знаю, тут написали от Ролда, я не понял. ГЦ воет, зверюга. Так, ща дам я воет, да, там? Тупо собрал ДД вообще за это время. Все, пацаны, спасибо. До свидания. Ты ж чупа-чупа забрал декатанг, да? Да. Красавелла, блядь. Вот я за него и топил. Он ролил на ДД. Ну так я за него и топил. Так, остались у меня что? А, у меня тапки остались. Да ё-моё. Ещё пик-топ же. Сейчас. Я бы за 100 купил пуху на своего ДКшника. Ну я уже сегодня 100 отдал за него. Я тут барыги сочинил, блядь. Серьезно? Вас на X2 у меня просто нет, и я бы уже всех перебанил вас. Блядь, есть предложение? Не, ну это снизу. Да, и наук. Ропишин, бля, да всех убили, алё. Спасибо, кстати, да. Пизда перейти. А, так это фласку после магии копьём же. Ребят, портал...